включил запись. Всем привет, друзья, с вами Смельзератул. И напомню, что стримом мы внутриклановый турнир команды 7X, последний турнир 2015 года, декабрьский. Вот, играет 7X дальше против 7X Мэнкска, он же 7X Outcast. Это у нас группа D. Предпоследний матч, там еще Enigma, по-моему, с Мэнксом. Да, там еще Enigma будет с Мэнксом играть. Это, кстати, матч за третий, получается, за второе, за топ-2, топ-3. Вот, ребят. То есть, проигравший в этом BO3 покидает наш внутриклановый турнир. Дальше достаточно, дальше у нас сейчас топ-ладера практически. Не практически, а топ-ладера. Мэнкск был в инактиве очень долгое время. И сейчас написал, говорит, что я буду в ВКТ участвовать. Окей. Очень-очень давно я его не видел, но в свое время был у нас игрок основной второго состава. Он даже пробовался в основе играть. И не скажу, что безуспешно. Вот, ну вот, все у нас меняет. Так что будет очень интересно на одного и на другого игрока посмотреть здесь. А, Тимми к 9 часам придет. Ну, либо придет, либо... А, ну да, Тимми там что-то писал, что... Вот, Тимми писал, что будет он где-то чуть попозже, хотя, несмотря на то, что ночи часовой поезд далекий, ну, приходится его... Придется его немного подождать. У нас, напомню, что турнир разделен на 2 дня. То есть, субботу вечером у нас группа, воскресенье вечером у нас плей-офф. Так что завтра тоже будет стрим, но, скорее всего, буду стримить я на пару с Лео. Копится Линли, дальше делается Бейлин, где здесь в свою очередь мув пошел. Да, через хату будет открываться подкаст. Позднюю достаточно мув, и рискует он сейчас сильно потерпеть, потому что тут не палят собак. Дальше готовится он уже вылететь с мувом, сразу овер его не видят. Тут собаки пошли в атаку, в расчете на то, что тоже экспанс играл. Понятно, тут одна базовая такая, типа алын. Вот. И просто эти линги сейчас никуда не убегут, там на муве догонят, бьют. И будет сложно ауткаста отбиваться. Ну, ЗВЗ, оно вообще, не знаю, с такой, с экономикой лотовской, оно просто чисто в рандом превратилось. Прямо яй-яй. Или что, не пойдет в атаку дальше? Будет на хату сейчас ставить здесь? Да ладно, не верю. Да, пошла атака. Здесь еще, ой-ой-ой. А, нет, то дальше. Нет, не теряется, верлов, пошел на инъекцию. Линди, кстати, классно спрятались сейчас вот эти позади, оказались, получается, что голая база, и сдается мне, что дальше рискует. Ой, Мэнкс здесь рискует не отбиться. Да нет, выскакивает подкрепление, минус клина. Линди сзади тоже подходит, набрасывается на бейлингов. Вновь ищется, но слишком много здесь все дальше. Есть Бейна, Санка, и все зависит. Ну сколько рабов эти Бейна взорвут, и как удачно они вообще взорвутся здесь. Или не взорвутся. Собственный Бейн... Ой, неудачно, конечно, Бейна здесь зашли. Вот, успел, собственно, Бейнов сделать ауткаст. И... Бух. Вообще, по-моему, ни один раб не пострадал, если не ошибаюсь. Вот, ауткаста, вот эти под этим Бейном, то все они красные. Но вот сейчас, да, сейчас бабах. Минус рабочие. Вот. 10 на 13 все равно, кстати. А вот дальше больше, чем плюс 3. Ну вот это сейчас за счет вот этого бабаха, который был. То есть, в принципе, если сейчас ауткаст отбивается, то, наверное, у него он будет в плюсе, но отбиться ему будет сложновато. Тут, кстати, аллы полный идет такой однобазовый. Блин, я не знаю, мне очень сложно комментировать ЗВЗ в лоты. Потому что это все так очень быстро происходит и очень рандомно, что самое интересное, потому что... То есть тебе нужно либо раннего раба отправлять, либо тебе нужно, не знаю, там готовиться к бейну. Ой-ой-ой, минус все линги у дальше, минус все линги у ауткаста. И Санка в итоге просто здесь
Царем горы себя чувствует. Ой-ой-ой, ну вот это было, конечно. Это было, конечно, плохо сейчас. Не осталось рабов у ауткаста. Не смог он защитить себя. От волыны, я думаю, что это ГГ уже. Ну да, несмотря на то, что у него две хэтчери, просто нету рабочих. Ничего нету. Ну как бы, я не знаю, вот как такую тему спалить, если ты, допустим, не посылаешь рабочих или там карта на четырех человек или еще что-нибудь. Печально. Нигма, кстати, да, еще говорит, проиграл как раз в ЗВЗ, и то, что там один раз был у макро, и гранта ВСУ зачизили два раза. Я сам, когда на лане в это воскресенье играл, у меня сплошные зерги по сетке были, то есть практически на этом рандоме и прошел, там аж до третьего места. Но, с другой стороны, на том же самом рандоме я и проиграл в Венерах, словился в лузера. Было неприятно. Так. Это у нас какой счет? Давайте спросим. А, это первая игра у них только была. Окей. Запрыгнем во вторую. Четыре человека нас смотрят. Привет, ребята. Так. Блин. Что-то у меня повис клиент. Придется мне перезапускаться. Ага, вот, Тимми пришел, отлично. Ну, давайте я тогда уже застримлю. Давайте я тогда уже застримлю дальше против ауткаста, коли я начал, что не было потом на записи там по одной игре из разных сетов. По одному сету из разных матчей, точнее. Так, через друзей прыгать надо. Что ж, что-то у меня не входит, походу. Центральный протокол. Давай сейчас. Да блин. Давайте протокол создадим. Своего. У меня еще кэша нету. А на этом компьютере у меня лот-то был запущен относительно недавно. Так, давайте с геймхертом создадим тогда. То есть может там просто с какими-то может там с кэшем какие-то заморочки. Ага. Приглашаем его просто. Окей. Так. Но матч хистыга. Окей.
поехали. Счет 1-0 в этом сете в пользу Дайшу. ЗВЗ на центральном протоколе. Я, по-моему, на этой карте вообще ни разу не играл ни ладдер, ни турнир. Как-то не доводилось. Видел матч, но играть не доводилось. Тут ЗВЗ карта на 4 человека. Вот сейчас, наверное, будет. Че я там в прошлой игре говорил по поводу рандома. У ЗВЗ на картах на 4 человек. Ну, сейчас как раз посмотрим, проверим. Так, рестрим на Twitch, кстати, идет, все нормально. Вот. Чтобы была у меня петрушка, когда я пытался стримить из Тартуги в воскресенье, лан. Вот, что у меня не шло почему-то рестрим с Гудгеем. Да, похоже, что тут будет та же самая тема сейчас от Дайшу. Ну вот и вопрос, вот как это разведывать на карте на 4 человек? Никак, походу. Прикольные такие пейзажи космические. Все очень, конечно, здорово, сколот выглядит в плане графическом. Например, по сравнению с Wings of Liberty, если вспоминать, вот там до патча 1.5 и до патча там 2.0, который был ходцевский. Были в свое время сообщения, что они вообще движок перепаивали у СК2. Вот, ну, даже если они это делали, то как-то это незаметно абсолютно. Может, какие-то там графические детали они перепаивали. Я не знаю. Кстати, они он ли кросс или случаем на этой карте? Хотя нет, вроде она симметрична достаточно. Просто здесь что-то близко локация, мне кажется, расположена. Так что, наверное, здесь он ли кросс. Он ли кросс мог быть, нет? Посвятите меня кто-нибудь, кто знает, кто на этой карте играл. Есть тут золотишко даже. Небольшой только по полтора куска. А, ну да, 900, по-моему, кусков. Вот. Ну, обычно. Да, бегут собаки. Вот, кстати, как раз они побежали не туда. Вот эту карту он тоже... Вот эту вот локацию он тоже сейчас, получается, не разведал. То есть чисто от рандома сейчас бежит абсолютно. Вот, дальше... Не видит, он куда ему бежать. Вообще, по-моему, мне кажется, а нет, тут проход, тут сюда, да. Вот. Ну, Мэнкск, да, Мэнкск разведал как раз рабочим. Ему повезло с разведкой, видимо, то, что он сразу на кросс поехал. Вот. Так что я поэтому подумал, что может здесь кросс респаунули. Вот. И успевает он застраиваться, да, и выходит врачей. Вот, и есть все шансы на то, чтобы... него удачно отбиться. Но это будет опять же зависеть от того, насколько грамотно он все дырки закроет и как тут бейны войдут. Бейны могут здесь войти, здесь войти. Вот тут они сейчас проходят, нужно рабочих уводить. Два бейна еще в наличии. Фокусятся их. Кусятся королевами. Бабах, раз, бабах, два, да. Все рабы, по-моему, красные сейчас у Бенкса. У ауткаста. Санти красный, кэны битые. О, ну. Вроде как никто не пострадал. 14 рабов, 14 на 13 в итоге. Вот, плюс есть технологии уже у... А, это не Рачатни, это Бейнес, собственно, ему. Ой-ой-ой, сейчас мог бы быть бабах, если бы не контролил. Дальше. Линги, Бейна. Ну, по одному рингу сейчас будет отдавать. 4 Бейна, ну, собственно, хмурить. Еще одна. Кстати, может даже королеву. Ресурс позволяет подкасту. То есть у него сейчас вот эти 300 ресурсов, которые вроде по идее должны быть на хату. О, хороший размен. Плюс по бейнам сейчас разменялся. Вот. Ну вот лингов, конечно, зря он отдал. Сейчас еще рискует подарить крину. Ну, просто боится дал бейлинга. Ну, не знаю, мне кажется, что если бы была рачатня здесь со стороны ауткаста, было бы как-то надежнее, наверное. Это с моей точки зрения, не любителя Беллинг-Варсов. Ой. Выманивается. Бейны на лингов. Ну и все, в принципе. Я думал, что игра сейчас в мифе идет. Гейм. Пошли рабочие от Дайш, пошли рабочие от Каста.
То есть через Burning Verse сейчас мы... Да, уже хата пошла дальше, это будет уже игра. Опа. Какое-никакое мака. То есть, в принципе, в ЗВЗ этому... В принципе, в ЗВЗ мидгейм можно считать макро-игрой. Да, пошли локации. Ну и все. В принципе, никому как бы преимущества особого Burning Verse не дал, это я бы сказал даже, что здесь обороняющаяся сторона. Что здесь обороняющаяся сторона в плюсе. Вышло. Кстати, не оставляет попыток дальше здесь что-то наагрессивничать, но нет уже как бы. Здесь уже все надежно. Пошел лейер. Здесь лейер уже тоже пошел. Шайтигл разве не прислал сообщение о том, что ВКТ будет? Вот 26-12. Да, я ему писал через скайп. По статье удивленного вопроса. То есть я весь список игроков предупреждал, даже и на активу. Потому что будет внутрикламный турнир. Ходите, играйте, ребят. Ну, не знаю, если кто-то не придет, и ГГ что-то нету сегодня. Так, сейчас тогда я эту игру доведу и сообщу ему, кто у него будет. Вот, ГГ это у нас группа Б, по-моему, если не ошибаюсь. По Б. Ой, что-то. Смайдер снялся, что ли? Да ладно. Чей, ладно. Ну, поскольку у нас турнир на 2 дня разделен, то ждем уж тогда до упора. Сори, ребят, отвлекся немножко на организационный момент. Ну, давайте эту игру до конца доведу, тогда я буду уже дальше логить. В муту играет дальше. Кто-то мне говорил как раз из наших игроков. Mm-hmm.
так. А, старый скайп, он сейчас никак не может зайти в окей. Вот, понятно, почему я до него достучаться не мог. Прилетает вот как раз тут, кстати, муткой. Дальше тем временем выходит гидролюру. Интересно, интересно. Тут Линди забегает на локацию. Локацию нечем оборонять, это минус локация. Да, мута сейчас вернется, но будет слишком поздно. Тоже минус хэтча и блин, без грейда, кстати, не без грейда. Вообще без грейда, вообще без грейда за воздух сейчас играется, по-моему. Практически. Только если там не врача играешь. Поставится люркер Дэн, и будет интересно, кстати. Люра очень сильно тащит. Вспоминаем, мы игры Тимми на клан Варе. Против, не помню, короче, был у вас клан вар, вот, и где было ЗВЗ в исполнении Тим, и где он там божил с Лерой. Дальше как-то, мне кажется, тут усмотрится по солиде, потому что тут, конечно, много муты, но лобешник. По-моему, недра, я думаю, рассыпется, тем более, что грейды это нулевые там. А нет, у мута, кстати, плюс один есть на атаку. А, ну тут собственная мута, тут есть линди. Просто по ДПС, тут гидра пере. Нужны бейлинги сейчас, ауткаст тут срочно. Локацию отменять надо. Да, из бейлинга, собственно, наламывается сейчас. Мэнск и разбирает эту атаку подкрепление. Не подошло, люра отменяется. Хо-хо-хо, вот этот поворот. ГГ. 1-1. Все интереснее и интереснее. Один один. Так. Мазмафест, какие-то сообщения. Давайте добавим поиск в скайп. Так. Так, добавляем Кирилла. А, 2-1 такие. То есть это не 1-1. Ага. 2-1 выиграл Энигма, 2-1 проиграл Мэнску. Слушайте, интересно. Интересно у нас тут замес получается. Ой. И будет много зависеть сейчас от результата Мэнкска против Энигмы. Если сейчас Энигма выиграет Мэнкска, вот, то походу будут переигрывочки. Так. О, сейчас. Давайте результаты пока поищем. Блэки как сыграл. Так, блэки. Должен был играть с канцлером. ГГ мы тогда меняем на Кирилла. Так, сыграл. А, не могу его добавить, пока он меня в скайпе не подтвердил. Блин, придется ресетить игру. А, нет, можно подкорректировать. Можно просто добавить, уже никого не получится, но можно подкорректировать никнейм.
Окей, шел сейф. Так.